Зачем пришел? А, квест получить. Ну, ложись в кровать. Ах, всем хай, всем здравствуйте, с вами Юджин, и сегодня мы будем снова переворачивать дом вверх дном и превратим его в настоящий киберпанк. О да, детка, они выпустили дополнение к этой игре, и, кстати, мы можем продолжить. Они выпустили дополнение, которое называется киберпанк, да, мы сможем сделать из этой халупы настоящий киберпанк. Посмотрите, все, как я и оставлял, все, как я помню, какое классное место, вот эта кровать. На свежем воздухе. А-а-а, прекрасно. Фламинго встречает меня. Ну, давайте зайдем домой и посмотрим, как у нас дела. О, дверца, ну как же так? Починим. А, она уже починита, так что все в порядке. У нас есть письмо. Егор Донов. У меня проблема, надо убрать кусты. Только убери свои кусты. Ладно, я уберу. Кто тебя вообще просил сажать их? Поздравляем, ты разблокировал новый инструмент. О, газонокосилка. Итак, задание. Покосить газон. Сад. Задание. Разложите газоновую траву из рулона по территории. А, надо будет ее купить. И покосить газон. Значит, нам нужна газонокосилка, получается. Газоно... Нет газонокосилки. А где? Я забыл газонокосилку, что ли? Не понимаю. Так вот, надо поднять. Вам этот забор вообще нафиг не сдался. О, какой у вас тут бассейн. Но нехорошо, вот если из окна можно наблюдать за тем, как вы нагишом тут купаетесь. Вот, поставим. Малоэффективного. Хотя нет, если вы находитесь вот здесь вот, вот как я сейчас, вы вполне скрыты от нежелательных глаз вашего отца. Можно еще грильницу поставить. Он будет встречать вот здесь. Значит, ты гость. Пришел в гости, пожарил стейк. Это такой входной билет. Инструменты. Триммер. Все почистим, все скосим, все затримим. Смотрите, как красиво становится. Да, это почти что идеальная работа. Я почти что ей горжусь. Есть секундочку, вот еще пара волосинок. Да. Во. Блин, как много тут у тебя всякого. Все поросло. Ты вообще не следишь за своим домом, мужик. Какой же ты мужик после этого? Не думал я, что буду заниматься этим. Я всю жизнь упорно работал, чтобы не стричь газоны. Чтобы стричь в итоге газоны в игре. Нам надо отполировать немножко капот. Кажется, газон готов. Вот только вот еще вот здесь немножечко, да. Парочку травинок оставили, но и... Вот здесь можно тоже подобрать, да, чуть-чуть? Во, идеальный. Быстрее, скорее, дальше. Вот здесь надо, не надо? Где-то тут еще у тебя газон. Вот он, газон. Какой омерзительный. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-л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 я. Слушай, ну все, покосить газон 95%. Почему? Это неприемлемо, быстро. Сделать так, чтобы тобой гордились. Чтобы ты гордился мной, отец. Симба, кем ты стал? О, 96%, хорошо, вот еще подскреб. А, видите, возле дома самое такое дерьмецо остается. Самое незаметное, но я очень щепетильно отношусь к этому, ко всем маленьким деталям, и состригаю очень аккуратно. Видите? На 100% завершили! Есть! Вот оно классное! Пойдемте на крышу немножко. Газон тоже пострижем. Погодите, мы усовершенствовали себя? Быстро усовершенствуй. Быстро усовершенствуй! Я не знаю. Окей, посадка на 80% быстрее. Вот, мы выбрали. Теперь переговоры. Договорная цена. Да. Мы будем торговаться. Это хорошо. Нам нужно купить вот это. Давай, купи сейчас. Пойдемте расстилать. Я так понимаю, нам надо это... А, вот так развернуть, да? И как сейчас? Как расстелим использовать? Все, давай. Во! Прикольно. Отрезать и закончить. И мы застряли в заборе. Ну, спасибо. Давайте еще один сделаем. Может быть, нам повезет. И мы перестанем быть застрявшими в заборе. Газон нас погубил, газон нас и спас. Все, отрезать и закончить. Фиг, я буду в эту сторону дальше крутить. Надо еще сделать? Сколько их надо купить? Давайте возьмем Excel. Купить. Во, можно же сразу было. Нет, надо поменьше. Эльку. Вот так, все, понеслась, давай. Раскатывай. Я вообще-то не понимаю, что меняется-то? Что-то поменялось? Расчистить путь. Расчистить путь? Так, погодите, купить. Вот мы кладем и начинаем раскатывать. А, ну вот чуть-чуть надо... Вот, все. Нет! Ну хорошо, может быть, вот так? Мы сейчас до дерева не будем, все. Считается, это мы проложили его? Проложили, возможно. Ну а вот сейчас мы вот катим его. По-моему, я пытаюсь посадить газон на газон. Хотя нет, вот видите, маленькие ошметочки, которые я не отрезал, они убираются. Это новый газон. Хороший, красивый. Удалите другие поверхности перед тем, как проложить газон. Хорошо, отрезать и закончить. Ну все, мы отрезали и закончили. Газон проложен. А это что такое? Фигня какая-то. Это что, газон, по-твоему? Сейчас на столе пусть пока полежит. Хм, надо же.
Оказывается, под этими плитами на газоне был такой же красивый газон. Может, не стоило их... Наверное, не стоило нас сложить обратно. Но так, чтобы аккуратно. О, так. Ну, как обычно, сначала вроде ровненько, потом что-то пошло не так и как-то закривилось. И, ну, в общем, так оставим. Главное, газон есть. Я думаю, зачем я так усираюсь ради 11 тысяч рублей, если у меня уже 1 600 000 в кармане уже лежит? Не знаю, ну... Такой уж я человек. Погодите, мы разложили, но на 3% всего лишь. И ладно, и нужно продать хвойный кустарник сферической формы. А где такой, я не видел. Так, откройтесь, пожалуйста. Где хвойный кустарник? Так, я выключу музыку, чтобы можно было свои спокойно поставлять. Продать предмет. Хвойный кустарник сферической формы. Наверное, вот так вот. Гвоздодер. Раз, сейчас продам. Я взял да, все, я их просто продаю. Ну, замечательно. И теперь разложите газон. Понятно. Вот, что ты от меня хочешь. Стоп. Нам нужно идеальный рулон купить. Где ты? Эльку. Сюда точно Элька нужна. Вот, с запасом. Вот. Теперь нельзя. Чёртова грильница. Я продам тебя. Это аморально. За кого ты меня... 3000, я принимаю себя за того, кто любит зарабатывать. Ладно, просто подвинем его сюда. У моего персонажа очень странное восприятие реальности. Он как бы сам с собой разговаривает и сам с собой спорит. Так, это мы сделали, хорошо. И надо еще один такой же сделать. Ну, как-то так. Но территория вот здесь заканчивается, поэтому и все. Мне кажется, вот где написано, там и сделаем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нехорошо, XS-очку давайте возьмем, чтобы... Ну, нельзя. Надо экономить. Вот. Вот сюда. По мне это 100% работа. Мое любимое занятие. Продать и разложить газон. И вот тут еще. Четенько. 83%. Что-то не так. Ну, господи, по-моему, тут все разложено. Не знаю, за кого ты меня принимаешь, но... Все разложено. А значит, заказ завершен. Можно завершить его сейчас за 46 тысяч рублей. Завершаю. Пришло время превратить свой дом в киберпанк. Вот он, автомат киберфлиппер. Он будет у нас вот здесь стоять. Классный. Потом мы возьмем вот эту кофемашину, которая тоже очень даже киберпанковская. И поставим ее вот сюда. Вот это, кому это нужно? Прошлый век. И вместо нее, вместо этой женщины, вот такой постер. А, стоп. Он сюда ставится. Окей, хорошо, это пульт управления кофемашиной, судя по всему. А, боже мой, как все это мне омерзительно. Вот это все не киберпанковское. Скорее. Голографический глобус. Давайте вот сюда его поставим. Работай, прекрасный. Вот это я понимаю, коп стоит у нас. Монитор, мы его поставим прямо на кровать и будем смотреть на него прям в упор, чтобы как будто виртуальная реальность была. Если мне покажется недостаточным, то я, конечно же, посмотрю еще и наверх. О, да! О, да! Омнибокс на подоконнике. Включить свет. О-о-о. Уже отсюда видно, что в этом доме живет настоящий эстет. Клавиатура. И включаем свет. Нам нужен холодильник. Вот он. Идеально. О-о-о. Во, смотри, как красиво идет. Очко умений. Нифига себе. Ни за что дали. Это, знаете, я такой буду киберпанковский персонаж, который будет сидеть и квест выдавать. Вот такой будет сидеть в своей каморке. Зачем пришел? А, квест получить. Ну, ложись в кровать. Начнешь квест и закончишь его вместе со мной. Ну, конечно, как же без этого кресла? Ты долго меня позорила. Уходи. А, нет. Не хватает места. Черт тебя дери. Так. Холодильник, да? Ты источник всех моих проблем. На улице будешь стоять. Вот. Я буду сидеть здесь. Так, стоп. Давайте, подвинем его в самое нужное нам место. Вот здесь. Вот это я. Стены пока мешают. Надо что-то с ними сделать будет. Во, смотрите, еще и кровать есть такая. Сначала ее здесь поставим. Вот эту кровать надо продать. Не падай! Черт, упал. Однако, вы видали, там есть физика. Идеально. Погодите, а почему теперь монитор нельзя поставить на нее? Ну ладно, вот поставим здесь тогда. Чуть-чуть вот шкафчик поставим тут. Энергетик, ну конечно же. Вот сюда. Да ладно, вот такую дверь можно пихнуть. Вот здесь будет такая стоять дверь. Все, не проходи. Не, мне кажется, мы можем взять и просто продать эту дверь. Да, пошла отсюда. Немножко помыть дом свой. В бассейн налететь, чтобы освежить. Эй, пугало, да, лови. Детская площадка у нас тут оказывается. Все для детишек. Они зайдут, таки будут мимо проходить, я скажу. А, детишки, здравствуйте. Слышали про киберпанк? Вам нравится киберпанк? Заходите ко мне, у меня тут целая квестовая комната в тематике киберпанк. Какой душ есть у нас. Нам надо избавиться сначала вот от этого душа. Пошел ты. Раковина тоже. Пошла ты. Зеркало нафиг. Все. У меня некуда
какать. Нет, что-то мешает. Наверное, это дверь. Этот радиатор. Эти трупы, пошли отсюда. Ты тоже уходи. Да! Оно того стоит. Жик. Жик. И прикрутить здесь, прикрутить там. Открыть. Включить свет. Мы можем начать принимать душ? Не можем. Мы грязные, грязные животные. Чил и релакс. Блин, огромная вывеска. К сожалению, в этом доме релакса не будет. Зато будет настенная лампа. А свет можем включить? Нельзя. Она не светит. Хорошо, не свети, ладно, как скажешь. Потом вот это. Во. И настенная люстра, которая должна быть помещена. А, это напольная люстра. Пусть будет здесь, не знаю. Давайте таких несколько купим. Будет такой красивый дом с дорожкой, которая будет светиться вся. Да будет свет! Неоновый свет! Мы забыли чил включить. Вот. Я думаю, надо чуть-чуть протереть свой домик. Это вентиляционная решетка просто. Нафиг она мне сдалась. Ну, пусть здесь стоит. Сортирку, разумеется, вот здесь рядом. Будем решеточку приподнимать, делать свои дела и закрывать, и все. Пусть этот автомат с играми стоит. Также завлекать всех туристов, прохожих. Это будет самое лучшее место в городе. Вот. Вот так будет стоять. Можно будет играть. Это ли не чудо? Прекрасный дом. А теперь мы, конечно, с вами изрядно потратились. Давайте начнем зарабатывать. Итак, почта. Нужно срезать деревья. Ой, моя любимая. Что это за дом? Смотрите. Какое говно. Поздравляем, ты разблокировал новый инструмент. Чтобы избавиться от больших деревьев, их для начала надо срубить. Я и здесь, в этой игре, буду рубить деревья, да? Получай, получай. На дом, поберегись. Куда ты пошло дерево? Стой, дерево. Его в ад забирают. А, погодите, стойте. В задании не написано, что нужно их... Их не надо срубать. Оу. Я уже начал, так что не могу ничего поделать. Ну ладно, не будем портить себе репутацию, оставим как есть. Немножко, да, немножко так я покоцал. Но будем считать, что это просто такая текстурка у березы прикольная. Так, кажется, мы здесь все сделали. У нас деревья полностью вырублены, даже чересчур. Так, закопать и наполнить. Закопать и наполнить. Чем я должен копать? Что я должен копать? Пруд удлиненный. Вставить пруд. А, нифига, как все сложно. Как будто я могилу рою себе. Присыпать его землей чуть-чуть. Теперь. Ах, пруд мы сделали. Завершить заказ. Все сделано. Что-нибудь за счет заведения приобрести вам? Например, релакс. Себе не поставил, вам поставлю. Вот. Я киберпанковский Дед Мороз. Всем киберпанка. Я уверен, вам очень хочется этот рубильник получить, чтобы он у вас был за счет заведения. Будете открывать им гараж, наверное. Нет, он не работает. Вы просто будете им любоваться. Ах, когда они зайдут, они такие посмотрят. Увидят вот этот глобус. Огромный, прекрасный глобус. Стоящий напротив гаража, который не мешает проехать машине. Увидят и такие. Здесь был киберпанковский Санта. Завершить заказ. Я на секунду испугался, что это мой дом и ничего не сохранилось у меня. Нет, такого быть не может. Нет, все, все на месте, отлично. Вот, еще да, забыли включить. Мы немножко киберпанка в дом принесли в свой и в чужой тоже. Они будут довольны. Мы получили много денег, множество денег. И получим еще больше. Если вы поставите побольше лайков. Если вам понравилось это видео, конечно же. Если понравилось, то ставьте. Если очень понравилось, то можете дизлайк поставить. Пишите ваши прикольные комментарии. Я буду читать и ухахатываться. А также не забывайте подписываться на канал и вступать во все мои соцсети. Также на колокольчик надо нажать, чтобы все уведомления включить. Потому что вы просрете все мои крутые видосы. Ну а с вами был Юджин. И всем пять!